The Open Network – это самостоятельный уникальный блокчейн, разработанный Telegram и поддерживаемый Open Source Community. Транзакции в Тон – одни из самых быстрых и дешевых среди блокчейнов. The Open Network – это прямой наследник проекта Тон, который разработали братья Дуровы. Основная цель проекта состоит в том, чтобы объединить все блокчейны и интернет в единую глобальную сеть. Монета блокчейна Тон называется Тонкоин. SushiSwap – децентрализованная биржа. Она работает по принципу автоматического смарт-мейкера через смарт-контракты и финансируемые пользователем пулы ликвидности. За наполнение пулов они получают токены поставщиков ликвидности SLP. Для получения SLP нужно заморозить на бирже токены ERC-20. Чем больше токенов заморожено, тем больше SLP получит пользователь и тем выше будет его вознаграждение. ICP – безопасная, децентрализованная, экономически эффективная блокчейн-сеть, которая направлена на расширение функциональности интернета. Он размещен в сети компьютеров, распределенных по всему миру, и запускается для работы с мега-приложениями следующего поколения, децентрализованными версиями Uber, eBay, Facebook и так далее. Его авторы намереваются ни много ни мало изменить устаревшую IT-индустрию и интернет в целом.